этом году издательская компания Interplay выпустила новую стрелялку Red Mac Rampage. В тихом провинциальном американском поселке Хикстоне жили-были двое обыкновенных парней – Леонард и Бубба. И было у них в жизни два занятия. Первое – каждый день они кормили и лелеяли свинью Бесси, которая отплачивала им за их заботу призами и премиями на всех фермерских выставках. А второе – это простое времяпрепровождение в баре. Однажды утром, как обычно, они пошли кормить свою любимую свинку. Но каково же было их удивление, когда загон, где она всегда их ждала, оказался пуст. Оказывается, с недавних пор им слишком часто стал попадаться в глаза Билли Рэй, местный дурачок. Иногда даже в нескольких экземплярах. Если раньше они не придавали этому значения, списывая все на большое количество употребленного горячительного, то сейчас, отрезвленные горем, поняли, вокруг происходит какая-то чертовщина. Недолго думая, они поняли, что на Землю вторглись инопланетяне. И не обнаружив на тот момент никого, кроме пьяного дурачка Билли Рэя, пришельцы стали клонировать своих биороботов по его образу и подобию. Узнав, что двое землян вышли на тропу войны, инопланетяне тут же приняли контрмеры. К каждому клонированному Билли Рэю они приживили к правой руке ружье и удвоили скорость процесса размножения. Дальнейшее рассказывать вам не будем. Как вы уже, наверное, догадались, ваша задача уничтожить всех инопланетян, найти свою любимую свинку и восстановить порядок в маленьком провинциальном городке.